На высший уровень вышел скандал вокруг аудиозаписи телефонного разговора Михаила Саакашвили. Премьер-министр Грузии официально обратился к президенту Украины с просьбой дать оценку действиям губернатора Одесской области, а именно призывам Саакашвили к антигосударственным насильственным акциям. Именно так грузинские власти расценили слова бывшего главы страны, сказанные им в разговоре с руководителем компании «Ростави-2». Директор пожаловался, что может утратить контроль над телеканалом, и услышал совет от Михаила Саакашвили. Цитирую, подготовить боевиков и революционный сценарий. Запись этой беседы 2 недели назад всплыла на сайте, который называют украинским WikiLeaks, и наделала много шума в Тбилиси. К тому же на днях подтвердилась ее подлинность. Как говорится в письме грузинского премьера, подобные действия Саакашвили могут угрожать безопасности и стабильности, а потому не соответствуют дружественным отношениям между странами.